школе задали написать реферат о том, как возникла нефть. Как интересно. Мы как раз собирались испытать новую функцию нашего вагончика. Теперь он у нас еще и машина времени. Нефть образовалась из растений и животных, живших много лет назад в теплых водах океанов. Отмирая, животные и растения скапливались на дне. Под давлением ил и песок образовали твердые породы. Остатки растений и животных превратились в темную жидкость, собранную в порах породы. Вот так появилась нефть. А как люди нашли нефть? Перенеси нас на 5 миллионов лет вперед. Есть! Перемещение земной коры превратило часть морского дна в сушу. Некоторое количество этой жидкости появилось на земной поверхности, где ее и обнаружили древние люди, назвав нефть каменным маслом. Каменное масло! Как здорово! Ну что, пора назад в будущее? Ну что, давай беги в школу. Сдавай свой реферат. Удачи! Алло. Да. Да ну. Ура! Тимур пятерку получил за каменное масло. Ура! Если лес вокруг загорится, у зверей беда случится. Нефтяши стоит лишь позвать, друзей не надо долго ждать. Все ромашки на лугу, лес и речка наши. Сохраним мы чистоту с белочкой нефтяши. Сохраним мы чистоту с белочкой.